Время новостей на канале Абаза, в студии Инесса Дубинина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Прием в честь юбилея. В Агу чествовали Мусу Шанибова. К концу года в новые квартиры. В Сухуми завершается строительство военного городка для российских пограничников. По материалам научного форума издан сборник статей международной конференции, посвященной Юрию Воронову. Распоряжением президента Александра Анкваба создана Государственная комиссия по организации и проведению памятных мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения султана Сосналиева. 23 апреля этого года видному государственному и военному деятелю, бывшему вице-премьеру, министру обороны Абхазии, герою Абхазии, кавалеру ордена Ахизабша первой степени, генерал-лейтенанту султану Сосналиеву исполнилось бы 70 лет. Государственной комиссии поручено к 25 января представить свои предложения. А сегодня в Сухуми чествовали еще одного выдающегося сына Кавказа. В Агу прошел торжественный прием в честь кабардинского политика и ученого Мусы Шанибова, которому недавно исполнилось 75 лет. Поздравить бывшего президента Конфедерации народов Кавказа в университет пришли не только известные абхазские ученые, но и члены парламента, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Многие выступавшие подчеркивали особую роль Конфедерации и лично Мусы Шанибова в становлении современной абхазской государственности. Тему продолжит Семен Пегов. Уважаемые мужи народов Кавказа, я подавал заявление о том, что мы от имени кабардинской делегации мне предоставили слово. Но народная дипломатия, так она устроена демократически, что теперь я сам себе должен представить слово. Меня попросили вести эту часть нашего сегодняшнего заседания, и даже мне дали возможность представиться. Так, в 1989 году на первом съезде горских народов Кавказа в Сухуми начал свое выступление глава кабардинской делегации Муса Шанибов, который сегодня, по крайней мере, в Абхазии в особом представлении не нуждается. Впоследствии он стал первым президентом Конфедерации народов Кавказа, организации, которая после развала Советского Союза являлась серьезной политической силой в регионе. После нападения Грузии на Абхазию в августе 1992 года КНК, естественно, сделала все возможное, чтобы поддержать абхазскую сторону. В Гудауте был создан штаб КНК, который под руководством Шанибова координировал прибытие в республику добровольцев из Северного Кавказа. В этом смысле роль кабардинского лидера невозможно переоценить. Сегодня, опять-таки, основываясь на фактах, записанных в Адыгской энциклопедии, уверенно можно сказать, что центром оказания помощи Абхазии была Кабарда. Сыграв немаловажную роль в победе абхазского народа над войсками Госсовета Грузии, Конфедерация народов Кавказа постепенно, как организация, стала терять свои позиции на Северном Кавказе. И несмотря на то, что формально ее никто не распускал, фактически прекратила свое существование. Однако в прошлом ее активисты и Муса Шанибов в первую очередь не потеряли контакты с Абхазией. После этого часть конфедератов, естественно, ушли, они вернулись к своим делам, я тоже вернулся в свой университет, но я один из тех, который чувствовал еще свою ответственность за будущее Абхазии и в строительстве абхазского государства, в частности, возрождение этого университета, я принимаю участие. Несмотря на то, что КНК как политический проект устарела, Муса Шанибов занялся возрождением этой идеи, правда, в университетской среде. Недавно по его инициативе в Абхазии была создана Конфедерация студенческих самоуправленческих организаций. Начиная с этого года, ученый планирует гораздо больше работать в Сухуми, чем раньше. Теперь у меня квартира, я живу здесь. Я сухомчанин, я здесь живу. Теперь более спокойно я буду работать. Я наконец знаю, что полгода я в Сухуми, полгода в Нальчике. Поздравить известного кавказского ученого и политического деятеля в Агу пришло немало его соратников, как на научном, так и политическом фронте. Семен Пегов, Астамур Акаба, Абаза ТВ.
Вопросы внешнеполитической деятельности, в частности, ситуация в Сирии в контексте положения абхазской диаспоры, обсуждались на встрече президента Александра Анквабы с руководством Министерства иностранных дел республики, сообщает Абснепресс. Напомним, делегация Абхазии находится в эти дни в Дамаске для встречи с представителями нашей диаспоры. На встрече были затронуты также вопросы, касающиеся деятельности международных организаций в нашей республике. По словам, по информации министерства, некоторые из них будут предлагать гражданам Абхазии для выезда в европейские страны по финансируемым ими проектам получить так называемые нейтральные паспорта, разработанные в Грузии для выдачи жителям Абхазии и Южной Осетии. Это касается прежде всего поездок молодежи по линии международных организаций. Те международные организации, которые будут предлагать гражданам Абхазии получить так называемые нейтральные паспорта, покинут Абхазию, сказал Александр Анквап. Мы будем настаивать на том, чтобы все поездки, организуемые международными организациями, осуществлялись по зарубежным абхазским паспортам, отметил президент. На въезде в город Сухум завершается строительство военного городка для российских пограничников. По плану погрануправления ФСБ России в Абхазии, личный состав должен переехать в комфортабельные квартиры до конца этого года. В жилищном комплексе в районе Универсама разместятся семьи пограничников, а также аппарат управления. На строящемся объекте побывал Левон Галустян. Два года назад, когда давали название этой Сухумской улице, ведущей к зданию республиканской госавтоинспекции, к защитникам границы она имела лишь косвенное отношение. Зато сегодня здесь воздвигается самый крупный объект погрануправления ФСБ в Абхазии. И пограничное звучит вполне оправданно. 6 жилых корпусов и несколько административных зданий готовятся к сдаче в эксплуатацию. Торжественная церемония открытия с необходимой в таких случаях красной лентой намечена на лето. Мы идем согласно графика, то есть без опозданий, все в срок утвержденного графика, то есть идем все в норме. Еще полтора года назад на этом пустыре у въезда в столицу росли сорняки и кустарники. Сейчас на месте заболоченного и замусоренного земельного участка появился современный жилищный комплекс. Многоэтажки и здания управления уже построены. Осталось провести инженерные коммуникации, а также подключить электро- и водоснабжение. Военный городок полностью автономен. При сбоях в подаче света и воды здесь установлены дизель- и электрогенераторы. Пробурены артезианские скважины. На объекте будет все автономно. Это жилой комплекс для семей пограничников. В ходе стройки применялись самые передовые технологии – от строительных материалов до архитектурных решений. План составлялся так, чтобы новый жилой комплекс органично вписался в облик Сухума. Уже осенью столица Абхазии получит ультрасовременный микрорайон. Это знаковое событие во всех отношениях. Самое главное, что за все послевоенные годы в Абхазии такого масштабного строительства еще не велось. Здесь у нас, значит, зал будет, здесь санузел. Просторная довольно-таки прихожая. Вот. Сзади находится спальня. Здесь у нас кухня, которая будет обставлена техникой, мебелью. Выход на балкон. Балконы будут витражные, полностью стеклянные. С ним будет хороший панорамный вид. Большая часть строительства военного городка позади. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Штукатурятся стены, укладывается плитка, клеятся обои. Все должно завершиться в третьем квартале этого года. Ключи от новых двушек и трешек получат сотрудники аппарата погрануправления. Для их удобства места проживания и работы будут находиться на одной территории. Пешком от служебных квартир до рабочих помещений всего пару минут. Строительство идет уже, отделочные работы, инженерия проводится в домах, сдача планируется третий квартал этого года. Военный городок на Универсаме самый большой из всех, что строятся для российских пограничников. Программа их обустройства завершается в декабре. Следующий Новый год весь личный состав погрануправления должен встретить в комфортабельных квартирах. На смену брезентовым палаткам придут современные заставы из железа и бетона. Левон Галустян, Торни Камичба, Абаза ТВ. В Сухуме издан сборник материалов международной научной конференции, посвященной 70-летию выдающегося ученого-кавказоведа, государственного и общественного деятеля Юрия Николаевича Воронова. В сборник вошли доклады пленарных и секционных заседаний, в которых участвовало более 50 известных российских ученых. Более подробно в материале Рустама Зантария.
Научное наследие одного из лидеров национально-освободительного движения народа Абхазии, археолога Юрия Николаевича Воронова, охватывает огромный период от древнейшего времени до Средневековья. Как рассказывает член редакционной коллегии, друг Юрия Воронова, академик Олег Бгажба, именно эта универсальность ученого привлекла столь большой интерес к конференции, посвященной 70-летию Воронова. Как обычно шутят археологи, от палеолита до главлита. Правда, сейчас главлита нет, но было, значит, 4 секции. Вот. Даже была секция по охране памятников. Приехало на международную конференцию более 50 человек. Даже были представители из дальнего зарубежья. Ну вот, очень важно, что конференция прошла во второй декаде мая, а сборник вышел где-то к декабрю месяцу этого же года. Это очень важно, это очень оперативно. Это был грант РГНФ, Российского государственного культурного фонда и Абхазии. Абхазо-российский, значит, проект. Немаловажно, что в книгу включены материалы докторской диссертации Юрия Воронова «Восточное Причерноморье в Железном веке», защита которой состоялась в феврале 1985 года в Москве в Институте археологии СССР. Эта защита, по словам профессора Бгажба, превратилась в одну из самых ожесточенных полемик с представителями грузинской исторической школы, которые поставили перед собой задачу провалить Воронова. Такой защиты в Институте археологии никто не помнит. Во-первых, она проходила больше 6 часов. Во-вторых, там приехали товарищи из Тбилиси, в кавычках, помешать ее проведению с различными письмами там от Центра археологических исследований Грузии, Лорд-Кипанидзе, даже из ЦК Грузии были, чтобы защиту, помешать защите, чтобы работу эту послали в Тбилиси на обсуждение, и лишь потом, если они давали добро, тогда только. Несмотря на жесткий прессинг со стороны Тбилиси, защита состоялась. Значимость и обоснованность работ Воронова уже тогда заслужила высокую оценку как единомышленников, так и оппонентов. И после смерти Юрия Николаевича предстоит большая работа по систематизации и публикации трудов ученого. Издание семитомника – главная задача всего научного сообщества республики. Уже вышло 3 больших тома, по 40 печатных листов каждый. А сейчас один прямо вот-вот-вот сдается в издательство, и еще 5-й готов тоже. Вот. А всего 7. Помимо этого систематизируется научный архив Юрия Николаевича Воронова. И уже, значит, вышла одна книжка, вот этот «Абхазская Атлантида», как раз она не издана была, мы там нашли. И вот уже 2-й год мы разбираем его архивы, нашли еще 2 книги неизданные. Но этот проект рассчитан на 3 года. Как говорит академик Бгажба, у Воронова есть еще немало трудов, которым предстоит быть изданными. Они, убежден, ученые всегда найдут своего читателя и среди специалистов, историков, студентов и всех тех, кому не безразлично прошлое и настоящее Абхазии. Рустам Зантария, Торник Амичба, Абаза ТВ. Летопись абхазских царей «Анакопийская цитадель». Так называются книги, изданные Национальным новоафонским историко-культурным заповедником Анакопия в серии «Путешествия вглубь веков». В них содержатся очерки об абхазских царях, становлении и развитии государственности Абхазии, о выдающихся памятниках, уникальных историко-культурных комплексах новоафонского историко-культурного заповедника. Составитель и редактор Алхас Аргун. Рисунки Батала Джапуа. Борьба за чистоту улиц городов по всему миру идет с переменным успехом. Как показывает практика, самая действенная мера в этом вопросе – это штрафы. К примеру, окурок, брошенный на землю в Париже, обойдется в 35 евро. Рядом с мусорными пакетами в Париже будут установлены пепельницы. Их сделают из дешевого материала, чтобы отвадить воришек. Сразу после этого полицейские получат указание штрафовать прохожих за брошенные окурки. Мусор на улицах наших городов, к сожалению, картина привычная.
обычное, несмотря на все старания коммунальных служб. Но еще хуже обстоят дела со свалками, вернее, даже с местами, которые превращены в свалку. Наша съемочная группа отправилась в поселки Ачадара и Гумиста. Здесь сосредоточилось большое количество несанкционированных свалок. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Эта дорога ведет в некогда заповедное место, одно из самых красивых в окрестностях Сухума. Еще несколько лет назад, в теплое время года, горожане собирались здесь на пикники. Как говорится, отдыхали от столичной суеты. Теперь на берегу Гумисты расположилась настоящая городская свалка. Ачадарцы неоднократно обращались с протестами в горадминистрацию и даже милицию. Приходили, ну, на несколько дней все превращалось, прекращалось, потом обратно продолжалось. Мы потом обращались, они сказали, нам надоело, так не будем этим вопросом заниматься. Как рассказывает Акоп Чикрян, люди испытали крайнее недоумение, когда узнали, что ведомство, ответственное за чистоту и порядок в их селе, бессильны и сами опустили руки. Однако больше мириться с таким положением вещей жители Ачадара не могут. По их словам, машины, которые сюда привозят мусор, зачастую возвращаются с полными кузовами щебня, песка и земли. Теперь на месте ровной поляны ухабистая, замусоренная, поросшая кустарником и непригодная для прогулок местность. И сама свал мусора высыпали. И тут же далеко не надо ходить. И тут же вот загрузились гравием. С 7 часов утра до самого темна, даже ночью, до 12 часов в моменте бывают, когда они отсюда вывозят вот этот гравий. Гравий, песок. Песок, землю, все, землю. Землю вывозят. В этом месте река поменяла русло, а все из-за активного вывоза инертных материалов. Весной, когда вода поднимается, мусор, скопившийся за зиму, плывет себе прямо в сторону насосной станции. Или дождь, растворяя большинство отходов, пропитывает химикатами землю. Откуда эта насыщенная нечистотами вода опять-таки попадает в наши дома? Через родники и колодцы. А река расходится, разливается, и вот этот весь мусор буквально в метрах 700-800, вон водокачка. Который город, вода идет везде, а только отсюда вода, водой пользуется Сухуми. Все идет на водокачку, все через землю в воду. Вот что мы и пьем потом. Госкомитет по экологии следит за уровнем замусоренности береговых линий и морской, и речных. Ведется аэрофотосъемка и слежение через спутник. Но, увы, предприимчивые граждане всегда опережают бдительных экологов. Как говорится, берут числом. Глава экологической службы Роман Дбар уверен, что в данный момент единственный выход – ужесточить меры за нарушение санитарных норм. Принимаемые нам меры в любом случае недостаточны. Мало того, я считаю, что нам нужно обязательно обратиться к законодателям для того, чтобы ужесточить законы по загрязнению, значит, окружающей среды. Наказание за это должно быть достаточно суровым. Жители нового района разделяют мнение главного эколога республики, так как считают, что только огромные штрафы спасут район от этой свалки, которая образовалась здесь, на спуске к железной дороге. Его почистить и поставить знак штраф, там сколько-то, штрафные санкции какие-то большие надо ставить. Трафарет надо ставить, штрафные санкции, может, и, да, испугаются. Как рассказывают жители, пару лет назад свалку полностью убирали. Но те, кто уже облюбовал это место, не смогли отказаться от привычки выбрасывать сюда все. Начиная от бытовых отходов, заканчивая диванами и унитазами. Место популярно даже несмотря на то, что к нему сложно подъехать. Дорогу постоянно размывает вода. Ручьи здесь текут круглый год. Таким образом, каждый день жителям поселка Гумиста и нового района приходится проходить или проезжать мимо уродливой помойки. Много сельских машин. Им ближе к городу через эту дорогу. И жителям также. Тут возят объекты продуктовые, магазины, хлеб, пекарня. Автобус тоже не может ходить по этой дороге. И вот мы ходим по этой дороге, он ногу поломал, его в гипсе была. В телефонном разговоре с нами глава городской коммунальной службы Зураб Амичба рассказал, что сегодня за выброс мусора в неположенном месте горожанин заплатит до 1800 рублей. Должностное лицо – до 3000 рублей. Юридическое – до 4800 рублей. Также он оговорился, что в скором времени будет поставлен вопрос о том, чтобы существенно увеличить размер штрафов. Зураб Амичба подтвердил, что проблема замусоренности города и его окрестностей – одна из самых острых и сложно решаемых, так как это не техническая проблема, а нравственная беда. И одними штрафами избавиться от нее вряд ли получится. Марианна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ.
Интернет добирается и до наших сел. Мы уже сообщали, что у села Баслах есть свой сайт, который практически ежедневно обновляется, сообщая миру о событиях, происходящих в этом селе. К примеру, на этот раз сайт сообщает, что в сельской школе с наступлением холодов стали отапливаться классы. А это, согласитесь, немаловажный факт даже для городских школ. Как передает сайт Баслах, жительница села Земфира Харчилава благодарит нашего соотечественника из Турции Зафера Ваначча за то, что он предоставил школе отопительные приборы, благодаря которым в 12 классах стало намного теплее. Тем более сейчас, когда во многих районах Абхазии выпал первый снег. Обильный снегопад стал причиной двухчасового затора на автотрассе Псоу-Сухум в Сухумском районе. Наиболее сложной оказалась ситуация в селе Ишера на извилистом подъеме, именуемом в народе «Тещин язык». Многие водители, направлявшиеся в Сухум, безуспешно пытались одолеть скользкий подъем. На помощь пришли дорожники, посыпавшие трассу песком. Синоптики прогнозируют похолодание этой ночью. Столбик термометра может опуститься до -2, сказал Абснапресс начальник гидрометеослужбы Левард Бар. По словам синоптиков, в предгорье и горных районах возможен обильный снегопад. Во второй половине недели осадки прекратятся, сказал Левард Барцыц. А сейчас о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков, 19 января в столице ожидается облачность, возможен дождь со снегом. Температура воздуха днем +3, ночью 0 градусов. Более подробно прогноз погоды по Абхазии смотрите после небольшой рекламы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго.